Полицейские из Сургута в рамках оперативного мероприятия «Нелегальный мигрант» проверили несколько сотен городских объектов. В их числе рынки, гостиницы и общежития. Стражи порядка составили 250 протоколов за различные нарушения. В более чем 100 случаях санкции статей административного кодекса предусматривают выдворение за пределы России. Пока такие решения судом приняты в отношении 9 человек. Также возбуждено 8 уголовных дел по статьям «Подделка документов» и «Фиктивная регистрация».